А что думаешь по поводу Джигана? Джиган полез не туда, куда ему нужно. Его дело песни петь, а не на ринге драться с профессионалами. Набью я ему кукушку. Спать отправлю. Джигана будет на татами лежать, на ринге, как звезда. По хвостам пятиконечной. Достанется Джигану очень сильно. Вот, он закачанный, тяжелый. Вот, и рассчитывает так же, как Кокляев рассчитывал на... Откуда они придумали вот это вот выражение еще? Lucky Punch. Lucky Punch существует, но не для таких, как они. Ни для певцов, ни для качков. Вот, Lucky Punch. Ну, я могу Lucky Punch запустить. Вот. Легкий, сильный. Вот. Саш, красава. Они не умеют. Что, тогда мы прощаемся со зрителем? Пока-пока всем. И будем выкладывать потихонечку.